кого? Раз, пиши, несу. Здравствуйте, Надежда. Это Владимир Владимирович Путин. Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу я решил позвонить вам лично. Хотелось бы искренне пожелать вам в этот день от себя и от всего нашего великого народа, чтобы все задуманное вами свершилось. Чтобы вас ценили и уважали везде, где бы вы ни находились. Пусть счастье всегда улыбается вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и достойного вознаграждения за труд. И, конечно же, удачи. Она тоже всем нам порой необходима. С днем рождения! Наши дни летят, увы, с безумной скоростью нельзя перестать назад страницы этой повести. Порой, меняя города, несет судьба упрямая. Но мы опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная, любимая. Мама, мамочка, сердечко ранимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Как жаль, что нежные слова вновь будут недосказаны, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Цени каждый миг и встречи ждать с волнением. У нас с тобою на двоих одно сердце бьет. Темной ноченькой, мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Мама, мамочка, родная, любимая. Мама, мамочка, сердечко ранимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама, с тобой твоя доченька. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом. Говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на
чем на Мадагаскаре. Чтобы достали, дожили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Поздравляем! Поздравляем! Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.